предприниматели смогли дополнительно вложить в товарооборот свыше 65 миллионов тенге. Это часть суммы, сэкономленной благодаря внедрению информационной системы «Астана-1». Треть участников внешнеэкономической деятельности отказалась от услуг брокеров и сэкономила 17 миллиардов 700 миллионов тенге. На 10% снизились расходы по услугам перевозчиков. Об этом сообщает Комитет государственных доходов. «Астана-1» обеспечила онлайн-обмен информацией с таможенными службами государств-членов ЕАЭС и других стран. Система позволяет отслеживать товар с момента ввоза до конечной реализации. Автоматизация таможенного декларирования позволила нарастить импорт. Дополнительно в бюджет поступило 327 миллиардов 380 миллионов тенге. В мае в Казахстане подорожало мясо: на 46 тенге баранина, на 37 конина, на 29 говядина. Цена за килограмм составила 1605 тенге. Эти данные приводит портал EnergyProm со ссылкой на комитет статистики. Эксперты связывают рост цен на красное мясо с соблюдением поста и проведением аузашаров во время священного месяца Рамазан. В то же время за минувший месяц подорожали овощи. Репчатый лук обходится хозяйкам дороже почти на 35%, морковь на 15%, свекла на 8,5%. Цены на чеснок и картофель за месяц выросли более чем на 5%. А вот дешевле потребителям обходятся помидоры и огурцы. Цена на томаты снизилась на 13,5%. На 30% подешевели огурцы, на 3% капуста. Казахстан занял 34-ю строчку в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. Страна улучшила свои позиции, поднявшись на 4 пункта. Рейтинг опубликовала швейцарская школа бизнеса AMD. Казахстан опередил Польшу, Испанию, Португалию и Россию. Северный сосед на 45-й строчке рейтинга. В лидерах этого года оказался Сингапур. Вторую позицию, как и годом ранее, занял Гонконг. А вот США спустились с первого места на третье. Экономика штатов пострадала от роста цен на топливо, снижения экспорта высокотехнологичных товаров и колебаний стоимости доллара, считают авторы исследования. Улучшили свои позиции в рейтинге Ирландия, Арабские Эмираты и Швейцария. Впервые в десятку попал Катар. Мировой рейтинг конкурентоспособности AMD создан в 1989 году. Он включает 235 показателей. Учитывается широкий спектр стат данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также исследования общественного мнения. К мировым новостям. Реал Мадрид признали самым дорогим футбольным клубом мира. Его стоимость составляет почти 4,5 миллиарда долларов. Спортивный рейтинг опубликовал Forbes. Отмечу, в прошлом году, благодаря третьей подряд победе в Лиге чемпионов, испанский клуб получил прибыль больше 10 миллионов американских долларов. Второе место в списке также занимает футбольный клуб Испании. Барселону оценивают в 4 миллиарда долларов. На 200 миллионов меньше английский Манчестер Юнайтед. 3 миллиарда стоит немецкий клуб Бавария. В целом средняя стоимость 20 самых дорогих футбольных клубов мира оценивается почти в 2 миллиарда долларов США. За прошлый год этот показатель вырос почти на 3,5%. И завершая выпуск, информации с казахстанской фондовой биржи. За сутки доллар подорожал на 32 тиена. Официальный курс Национального банка составил 381 тенге 37 тиенов.